Всем привет! Сегодня мы будем делать необычные кексы. Они обычные не потому, что мы будем готовить их в микроволновке. Обычно кексы готовят в духовке, но сегодня мы постараемся как раз-таки в микроволновке его сделать. Я думаю, многие слышали из вас про эти кексы, многие их делали, но я не делал, поэтому сегодня я и снимаю это видео. В общем, что нам нужно? Нам нужно 4 столовые ложки муки без горки. Давайте я сразу буду насыпать их, потому что сначала сказать это неудобно. В общем, 4 столовые ложки муки, 3 столовые ложки сахара. Вы можете положить 4, но слишком сладкие, допустим, мне не нужны. Нужно все делать в меру. Вот 3 столовые ложки сахара. Далее, 2 столовые ложки какао. Вы можете добавить еще порошковый кофе, но, опять же, все нужно делать в меру, поэтому я только какао добавлю. Так. Далее. Одно яйцо. Три столовые ложки растительного масла. И 3 столовых ложки молока. Молоко вы можете брать любое, хоть жирное, хоть не сильно жирное. В общем, это роли не играет. После того, как мы все это положили в одну чашку, это нужно все перемешать тщательно. В общем, лучше всего это делать миксером, но миксера у меня под рукой нет, поэтому я это сделаю руками. После того, как мы все это смешали, теперь нужно эту массу переложить в стакан. Но перед тем, как мы это сделаем, нужно, наверное, стакан немного будет смазать маслом, чтобы в случае, если мы передержим кекс в микроволновке, сильно он к стакану не прилип, и не пришлось бы потом отшкарябывать от стакана кекс и тратить свое время. В общем, немного вообще мы смазываем. Так, все, мы смазали, теперь нужно кекс переложить в стакан. Ну, точнее, массу для кекса. Перекладывать мы, естественно, будем ложкой, потому что переливать смысла нет. Он сильно густой. Он от ложки-то еле отходит. Но стакан мы смазали не зря. По стакану он сейчас катается. Очень легко. Его можно вытащить обратно. В общем, все мы сделали правильно. Не нужно полный стакан накладывать. Нужно чуть больше половины. Потому что кекс вздуется при запекании и может вылезти из стакана. После того, как стакан наполнили, там оставшиеся можно переложить в другой стакан. Теперь мы ставим в микроволновку и, ну, примерно минут на 5. От 3 до 5 минут в зависимости от мощности вашей микроволновки. Вот что у нас получилось. Вот это первый стакан основной, в который я положил пол стакана нашей массы, которую мы сделали. А это уже остатки. Не зря я смазал стакан, потому что кекс можно вытащить вот таким вот образом. Он немного, конечно, порвался, но вы видите, что кекс получился, он пропекся достаточно. Он пока горячий, я его еще не пробовал. Это также можно вытащить легко, наверное. Но это уже остатки, в общем, да. Он должен выехать тоже аккуратно. Вот, вот этот кекс самый аккуратный, потому что было мало массы, и он похож на тот, который в магазинах продается или пекут дома. В общем, на этом все. Кексы получились вкусные. Я до этого, конечно, не пробовал, но по запаху и по массе, которую я приготовил, можно понять, что они неплохие. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть. Всем пока!